Семимильными шагами город Видное становится все лучше. Благодаря слаженной работе госавтоинспекции удалось избавиться от неправильно припаркованных автомобилей на проезжей части центральных улиц поселения. Теперь машины могут двигаться беспрепятственно по всем полосам движения. Работа в отношении разгрузки дорожного движения ведется в нескольких направлениях. Одним из них является освобождение проезжей части от неправильно припаркованных автомобилей. Запрещающая остановку и стоянку знаки, эвакуатор и, наконец, нововведение – паркон. Это компьютер с программным обеспечением «Паркрайт». Он крепится внутри автомобиля на лобовое стекло. Устройство фиксирует нарушение правил дорожного движения, распознает номерные знаки автомобилей и по Wi-Fi передает данные в Центр безопасности дорожного движения Московской области, где нарушения обрабатываются и направляются в госавтоинспекцию для решения вопроса о привлечении нерадивого водителя к административной ответственности. К примеру, можно привести проспект Ленинск-Комсомола. Был загружен. Движение осуществлялось вместо четырех полос по двум полосам. Сейчас все жители города это заметили, что передвигаются они по четырем полосам. То есть освободилось движение. Вот. И все-таки находятся такие граждане, водители, которые пренебрежительно относятся к правилам дорожного движения, паркуют вблизи автобусных остановках, вблизи своих домов, где они проживают, на самой проезжей части. Теперь у таких водителей не останется шансов уйти от закона. Автомобиль, оборудованный парктроном, курсирует ежедневно по улицам Школьная, проспект Ленинского комсомола и Советской. На сегодняшний день выписано уже порядка 600 постановлений. Госавтоинспекторы советуют: не паркуйте свои автомобили в неположенных местах. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.